вот и Вася легок на помине. Везет арголит. Ну что, Вась, здорово. Как пробки московские? Все без изменений? Хорошо. Ясно. Для нас нет преград. Все, давай грузиться. Вот, ребята, уже выгрузили арголит. Будем накрывать им паркет с проклейкой стыков. Осталось его через запасной, так сказать, по лестничному пролетам поднять. Так. Хорошо, что хотя бы второй этаж. Вообще, можно сказать, не понимаю, куда вы нас завезли? Вась, Алексей, ее. По сценарию вообще. Да, хотя бы. Что, куда мы идем-то? Что у нас сейчас? Ой, лучше не спрашивать. Ну тогда поехали. Тогда давайте посмотрим. Мы производим, ребята, ремонт, будем производить ремонт квартиры, значит, в славном городе Москве. Капитальный ремонт, значит, моему знакомому. Тема для нас очень интересная, новая. И, так сказать, я объявляю открытие проекта ремонт квартиры с компанией «Кровмонтаж». Ну, эта серия, я посвящен, такая водная. Мы сейчас зайдем, я вам покажу суть, так сказать, ремонта, потому что квартира куплена на вторичном рынке, значит, и будет производиться ремонт, так сказать, там, в принципе, уже сделал евроремонт, но новый заказчик делает небольшую перепланировку под свои потребности, ну и, соответственно, ремонт. Значит, ну, пойдем за нами. Итак. Будьте любезны. Вот фронт работ. Эта квартира, значит, объемом, как я говорил уже, 190 квадратов. Мы будем производить ремонт 100 квадратов квартиры, перепланировка. Значит, у нас поменяется кухонная зона, сместится, ну и так далее. Основная задача, вот, вернее сложность какая, это вот мы все демонтируем. Смотрите, видите, на полу дубовый паркет. На полу дубовый паркет. Его надо сохранить. И поэтому вот мы уже привезли арголит. Мы сейчас будем застилать весь, так сказать, будем проклеивать стыки армированным скотчем. Первый этап ремонта, значит, будем снимать все люстры, все светильники, потому что некоторые будем использовать повторно. Все гардины под шторы, все снимается. Снимается у нас, демонтируется батарея. Вот, перекрывается, снимаем батареи и плинтуса. Это первый этап. Проклеим пленкой мы все окна, так как окна, в принципе, дорогие. Из камня, из мрамора сделаны подоконники. И будем делать согласно дизайн-проекту, который нам предоставил заказчик. Мы будем делать здесь евроремонт. По сути, он не сложный. Чтобы было понятнее, сейчас попытаюсь вас снять вам, ну, крупный план ремонта квартиры. То есть проект. Вот вход в квартиру. Вот за этой аркой находится вторая часть квартиры. Мы реконструируем только эту часть. Жирным выделено перегородки, которые нужно разрушить. Вот, вот здесь сейчас стояла кухня. Вот, ну, и смотрите, следующий этап, вот появляются перегородки, добавляется комната, вот, перегородки из гипсокартона, еще одна перегородка, и, а это спина блока. Кое-где как, некоторые ниши надо заложить, вот, вся суть в том, что вот здесь будет кухонная зона, стоять кухня, здесь будет обеденная зона. То есть стол и обеденная зона. И здесь типа гостиная. Смещаются также кондиционеры. В этой точке еще один добавляется здесь. Вот, в принципе,
всю эту часть дубовый паркет добавляется. Значит, здесь мы сохраняем дубовый паркет. И где кухонная зона, значит, плитка где-то квадратов 15. И в прихожке тоже укладывается плитка. Здесь плитка с подогревом. Ну, соответственно, в этой зоне здесь будет портал или короб. Его называют из гипсокартона с подсветкой. Вот. Ну, в общем, здесь это, в принципе, проект по электрике. Все указаны точки. Вот в обеденной зоне будет люстра. Все точечные. Потом, в принципе, это уже мелочи. Ну как, и по электрике очень здесь много работы. Практически все надо перекладывать заново. Все смещаются. Значит, проводка в этой части квартиры будет новая. А в ту часть, в ту зону квартиры надо сохранить. То есть, надо аккуратно при демонтаже. Ну, это еще, это, по-моему, слаботочка. То есть, это ТВ. В принципе, вот такой ремонт. Здесь штукатурки минимально. Изменится электрика полностью. Так как семья, в принципе, многодетная, здесь трое детей, здесь добавятся, так сказать, перегородки. Соответственно, и электрика будет по-другому, люстры сместятся и так далее. Предыдущий хозяин, у него другие были, стояли задачи, так сказать, здесь было по-другому. Еще одна из сложностей, то, что вот эта арка, которую вы видите, за ней расположена 90 квадратных метров, вторая часть квартиры. Вот ее трогать нельзя. Мы проводим ремонт только вот в этой половине, в 100 квадратных метров. И электрику, которая идет от того щитка, вон, Вась покажи. Соответственно, вот, смотрите, сколько электрики, значит, электрика у нас, все будет заново щиток прокладываться. Я вижу, что уже электрика проложена практически на всю квартиру понизу. Вот слаботочка, ТВ, интернет. И на вторую часть, на вторую половину квартиры, значит, на вторую часть квартиры нельзя трогать электрику. То есть при вскрытии полов и демонтаже обязательно, чтобы не задеть, не обесточить ту часть квартиры, надо обязательно прозвонить под пол, чтобы не зацепить электрику. Угу. Ну вот такие задачи стоят, если кому понятно, ну, на данном этапе. Будем пытаться, задачи такие стоят, что эти двери надо сохранить, они пойдут у нас, ну, по проекту в другом месте. Вот. Первая часть водная. То есть я сказал, мы посвятим сейчас, укроем все, что надо сохранить, и начнем с демонтажа стен. Эти стены надо демонтировать. Итак, компания «Турмонтаж» начинает свой очередной проект, строит ремонт квартиры. И присоединяйтесь к нам, не жалейте нас в комментариях, значит, пишите, задавайте вопросы. Что вам не ясно, я попытаюсь транслировать все работы, все трудности, сложности, значит, в производстве ремонта квартиры, значит, освещать. И вы тоже, если вам какой-то вопрос не раскрыт, непонятен, я могу посвятить этому, ну, специально для вас, с нашими мастерами нашей фирмы, ну, какое-то время, более, так сказать, разложить и какой-то момент и посвятить этому. Итак, с вами был Мороз Алексей и оператор. Оператор Василий. Ну, как говорится, с Богом. Да, с Богом. С вами был «Турмонтаж». До новых встреч.